Ну так, дай покрывало какое-нибудь. Гепатит есть? Нет, у него нет ничего. К приезду оперативных служб мужчина лежал на кухонном полу без движения и истекал кровью. Рядом находились друзья и родственники. Пока медики скорой оказывали пострадавшему помощь, стражи порядка пытались выяснить причины ЧП. Он ей предлагает жить давно, она не хочет с ним быть. Он говорит, тогда я без Друзья и знакомые сразу принялись защищать подругу пострадавшего. Говорят, хотя в этот вечер между мужчиной и его дамой сердце произошел очередной конфликт, но барышне за холодное оружие не хваталось. Хозяин квартиры якобы сам на эмоциях нанес себе ножевое ранение. Помогите кто-нибудь, пожалуйста. Пойдемте, помогите. У пострадавшего оказалось одно ножевое ранение в область плеча. Врачи говорят, что угрозы жизни нет. Тем не менее, мужчина все равно нуждался в срочной госпитализации. Его увезли в РКБ.